Новогоднее настроение подарили детям, которые накануне праздника оказались в больнице. В гости к маленьким пациентам пришли сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Поздравления и подарки ребята получили также от главы Люберец Владимира Ружицкого. Пятилетний Артем Хлякин встречает новогодние праздники в больнице не впервые. Каждые полгода он должен находиться под наблюдением врачей. Но новогоднее волшебство случается везде. Дед Мороз со Снегурочкой пришли поздравить мальчика и пожелать ему скорейшего выздоровления. В детском саду на елку мы не попали, но зато здесь нас Дед Мороз и Снегурочка порадовали. Стих учили не напрасно. Подарки от главных новогодних волшебников получили все дети, которые в преддверии праздника оказались на больничной койке. На данный момент их более 300. Для того, чтобы Новый год принес им много здоровья, глава Люберец Владимир Ружицкий подарил маленьким пациентам символ 2020-го. С наступающим Новым годом! Пусть ваши планы сбываются. И пора возвращаться домой. Скоро новогодний стол. Да. Пора идти домой. Дедушка Мороз, детишки просят снега. Когда снег будет? 31 декабря. Детишки, ждите снега, ждите. На этом сюрпризы не закончились. Для того, чтобы дети ощутили праздник в полной мере, для них организовали театрализованное представление. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.